Анализируя жизни известных людей, артистов, политиков, бизнесменов, их души и тайны раскрываются передо мной, как россыпь драгоценных камней. Каждый из них добился успеха в своем деле, и каждый из них был достоин того камня, которым он обладал. Но важно не только соответствовать выбранному камню, но и совладать с его энергетикой. Ведь мало кто может противостоять страсти и коварству рубина, сверхпрагматизму сапфира и материализму изумруда. А противостоять мощи и силе бриллианта могут только единицы. Поэтому я хотела бы дать совет всем нашим зрителям. Какими бы богатствами, драгоценностями вы не обладали, самый драгоценный камень – это бриллиант вашей души. Храните его, берегите, несмотря ни на что.